Пацан, всем привет! Вы на моем канале, и сегодня я уже еду к Кракову. Краков – это самый посещаемый город в Польше. Не переключайтесь, ведь скоро будет очень интересно. Мы сейчас идем на одну очень интересную улицу. Когда мы дойдем, вы увидите это все. Мы пришли к этому самому месту, я вам сейчас все покажу. Вот, понимаете, что тут написано? Моя фамилия. Это так прикольно, когда приходишь, а у тебя улица названа твоя фамилия. То было пересечение двух улиц, но теперь мы пришли на чуть-чуть, где получше видно. В общем, все круто. Привет. Мы пришли в торговый центр. Да, мы пришли. Как он называется? Галерея Краковская. Тут очень много людей. Показывать косметику выбирает. Короче, сейчас мы идем в Sephora. Вот, это магазин косметики. Он тут тоже есть, поэтому встречаемся там. Тут очень много всего яркого. Прикольные панточки такие. Яблочки разные. Я люблю пробовать разные тени. Например, эту. Вот так вот. Это тут такое все яркое. Женя, ты знаешь, куда мы идем? Нет, куда? Starbucks. А-а-а. Увидимся там. Только что мы решили, что у нас пока обеда не будет, а будет перекус. А перекус это будет какой-то напиток со Starbucks'а. И такие бублики. Сейчас... Вот эти бублики. Все взяли с кризисом. Мы уже заказали. Yes, я заказала себе холодный чай персик. Мама себе заказала милкшейк. Женя, что ты заказала? Какой-то кофе, я не знаю какой. А папа тоже себе айс-ти. Мне уже приготовили. Вот так на польском они написали. Очень вкусный. Пейте холодный чай персик. Мы сейчас идем забирать ключ от нашей квартиры, в которой мы будем жить. В общем, мы уже приехали в нашу квартиру, и сейчас я вам ее всю полностью покажу. Чтобы зайти сюда, нужно пройти разные лабиринты, очень сложные, мы ее нашли. И тут, прямо-прямо под нами, Starbucks! В общем, придешь пить кофе сразу же, когда проснешься. Заходишь, тут ванная, снова же, как я говорю, все по стандарту. Повернешь направо, увидишь Жесю. Тут диван, он разбирается. Кровать, столик. Тут есть еще одна комнатушка. Мини-кухня. Тут все есть. Тут даже есть холодильник. Мусорка. Посудомоечная машина. Вот это вся наша квартира, в которой мы будем жить 2 дня. Да, Жеся? Сейчас мы пойдем в центр гулять, поэтому ждите еще очень интересных событий. Мы сейчас идем гулять. Да? Мы пришли на площадь рынок. Нашли такую красивую башню. Тут еще есть голова бога. Какая-то еще барашек какой-то прикольный. Очень много красивых зданий. А мы в любовь упали, когда... Я себе купила вот такого вот миленького дракона. Сейчас кушать в Hard Rock кафе. Это не только кафе, потому что
там еще дают разные футболочки, наши рыбочки. I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Мне принесли АСТ со вкусом манго и ягод, такой вкусный. А Жене принесли со вкусом манго танго. Мы на четверых заказали и салат. Женя себе заказала. На вид все очень вкусно. Что нам принесли? Вот такую вот картошку. Я уже покушала, да, было очень вкусно. Поэтому, если вы будете в Hard Rock Cafe и вас четверо или даже больше, можете заказывать это блюдо. Я захожу в Hard Rock Cafe. Все очень... Еще разные прикольные мелкие штучки. Тут в одно время остановилось 4 или 5 карет. Честно говоря, мне вот этих лошадок, которые здесь, очень жалко. Вот знаете, есть такая в Украине, Львовская майстерня, Львовская майстерня. Короче, она тоже есть, но она называется Краковская майстерня. Продают очень много таких драконов. Они все разного размера, им что-то собирают. В общем, я боюсь его. Мне кажется, его видно. Тут так много Старбакса. Тут еще планктон ходит. Мы уже зашли в другую сейфору. Она тут чуть-чуть другая, и мне кажется, тут по размерам чуть меньше. Я люблю пробовать разную косметику на себе, но косметика мне еще рановато пользоваться. Давай, давай. Мы заходим вот в этот магазинчик, там мелочевка всякая. Вот такой вот автомат, может быть, я сюда засуну конфетки Джелли Белли или тоже жвачки. И это вот такие вот стирачки в форме мороженых. Мы увидели так много картин, они все такие красивые. Так, вот так нарисованы, все. А тут такие миленькие уже картинки пошли. Мы очень сильно сейчас хотим пойти в музей восковых фигур, и мы сейчас туда пойдем. Вот стоит такой страшный. Тереза. Тут все так похоже на людей. Вот посмотрите. Вот это восковая фигура. Трамп. Вот. Посмотрите, они просто как люди. Я боюсь, честно говоря. Вот еще стоит. Вот. Мне, честно говоря, очень страшно. И вот еще двое. Мне очень страшно. Жень, можно я буду с тобой? Да в общем, тут очень страшно, потому что они как будто бы сейчас задвигаются. Жень, не уходи от меня далеко. Женя, как мне страшно. Вы просто не представляете. Мне очень страшно. И тут еще как стража, это можно назвать так. Мне очень страшно. И вот еще. И вот. Посмотрите. Вот Саша. Он так огромный. Вот Саша, а это польский баскетболист. Саша? Баскетболист. Его зовут Гортат. Его номер 13. А вот его автограф. Привет, Гортат. Да, Саша. А это Дэвид Джонс. Ну тут, короче, так себе, честно, мне не очень нравится. Я тут половину вообще никого не знаю. Типа, вообще, больше часть, наверное. И те, кого знаю, фигуры не похожи. Это белка Скрэп. Не трогай, Саша. Этот как бы
будущий муж, Саша. В общем, мне не очень понравилось, оно такое себе. Сейчас идет дождь, но это, конечно, не сильно видно, но он чуть-чуть капает. Вот, у меня рука мокрая будет. Ну, он даже так нормально капает, но очень мелкими капельками. Поэтому пока все сидит в кафе, будем переждать. На этом я буду заканчивать свое видео. А если ты не подписался, быстро подписывайся. Под видео внизу есть красная кнопочка. Не забудь подписаться на мой канал. Спасибо за просмотр. Жди продолжения. Пока!